Плыла какашка по Майдану весенним юрким ручейком. Какому доблесному пану так и вдалось зробити ком? Чи був то мусор беркутяка, бандеражит, тітушка мразь, іль депутатська собака от вистрілів обосралась, іль журналіст, вздихає тяжко, сказав «посру», просрав айпад. Но міль, пардон, плыла какашка через державний Київград. Она скакала по канавкам, оставшимся среди мостовой, и собирала мусор всякий на борт вонючий липкий свой. Кусок георгиевской ленты и украинский двоецвет, шпаргалку дурика-студента, клочки листовок и газет. Над ней сверкали фотовспышки, турист из Луцка делал лук. Горели весело покрышки понад горами Каменюк. И на рояле желто-синем, как в фильме «Офицер СС», играл боец ей вслед Россини, Колдплей, Бетховена и ЕС. О, Украина, ридна маты, куда опять тебя несет? Чьи нынче запылают хаты, кто снова бабок насосет? Теперь какому чародею отдашь разбойную красу? Менту, фашисту, иудею, армянке белящей косу? Постой! Остановись, дурашка, а вдруг опять не в ту струю. Плывет и кружится какашка, и я задумчивый стою.